Стабильное автобусное сообщение между Сургутом и районом необходимо не только жителям, но и гостям муниципалитета. А их, по словам чиновников, за последнее время стало значительно больше. По мнению властей, есть в этом заслуга и интерактивных карт Сургутского района, первую из которых в прошлом году установили в аэропорту муниципалитета. Недавно в городе появилось еще 3 таких информационных стенда. С их помощью всего за пару кликов можно посмотреть туристические маршруты Сургутского района и узнать его историю. Полезную информацию для себя найдут также потенциальные инвесторы и предприниматели в разделе «Экономика». Каждая вкладка оснащена QR-кодом, который можно отсканировать с помощью смартфона. В создании интерактивных карт участвовали школьники и молодые специалисты. Порядка 8 компетенций, которые мы давали, делили на маленькие кейсы, задачи и давали школьникам, студентам, молодым предпринимателям, специалистам. Это такие направления, как 3D-моделирование, прототипирование, работа на станках, ЧПУ. Это графический дизайн, промышленный дизайн, это веб-дизайн, программирование, алгоритмика, электроника, плотницкое дело и прикладная эстетика.